меняют тонали. Тамазу по бэку очень хотел Иван Юрьевич оставить. Тогда Загреб проигрывает, но Оршич, безусловно, очень яркий персонаж сегодня. Побега. Эрнандес Побега! Какой гол! Второй с неожиданной сложности. Потому что вмешалась Люксембург. Милан выиграл Кубок чемпионов 7 раз. Видимо, подустал. Нужно ее взламывать. Поэтому игра Милана меняется. Снова атака пошла через этот полуфланг. Расстрел. И вот отсюда удар. Под давление выходит. Очень ловко. Передача на свободного Побегу. Побега. Дест соседствует на фланге. Вот на что мы еще...